Привет, я злой говорящий кот Том. Если ты не хочешь, чтобы я съел тебя, поставь лайк и подпишись на канал за 3 секунды. Раз, два, три. Алло, бабусь. Алло, бабусь. Это что, хулиган на проводе? Это я, что такое, бабусь? Короче, ты меня заколебал бабусь называть, я тебе сказал, так мне не называть что-нибудь понятного. А, бабушка Грэнни, слушаю вас внимательно. Вот это мое уважение. Короче, хулиган, мне тут, короче, житель. Так. Афанасий, который. Ага. Донес, что тебе работа интересует. Да, да, конечно, я около твоего дома. Она, короче, оплачиваемая. Так, слушаю. Короче, собирай ноги в руки, руки в ноги, и давай иду к бабушке, я тебе все расскажу. Хорошо, все, понял. Все, давай быстрее. Ребята, всем привет, с вами я, Коля, и сегодня я иду на работу к бабке Грэнни, потому что я очень-очень соскучал по новой работе. И сегодня, я думаю, ее получу. Привет, бабка. Бабусь? Короче. Я пошутил. Смотри, я тебе кое-что покажу. Смотри. Чего? Короче, мне надо, вот иди, выходи сюда. Ну. Все, мне от тебя больше ничего не надо. Нет, папка, ну ладно, шучу, ну что? Ты меня бесишь уже, я тебе сказала, меня так не называть, блин. Я тебе уже 2 года бешу, и что страшного? Короче, слушай сюда. В общем, хватит жрать в моем доме, холодильник облажать. Ты что, тебя не кормишь, что ли, в своем? Он пустой. О, слава богу, потому что я тебя все давно спрятала уже. Короче, а что ты хочешь? Ну? В общем, у меня есть для тебя работа. Я какая? Не знаю, согласишься ты, не согласишься, короче, вот. О! Я тебе даю 300 алмазов. Так. Пошли, покажу. Так. Короче, работа очень пыльная, если что. Поэтому, насколько пыльная? Подожди, я тебе сейчас дам кое-что. Подожди. Ага. Секунду, на башку одень, чтобы тебе ничего на голову не прилетело. О, хорошо, бак. О. Готов, короче, смотри. Готов. Вот так. Видишь, у меня тут комната такая... Ни о чем. Короче, она мне уже нафиг не нужна. Короче. А что тут будет? Я-то решила вырыть и сделать другое помещение. Короче, бассейн? Тебе какая разница? У бабушки есть вообще-то. Ты мне 300 заплатила, давай, что делать? Короче, я тебе сейчас даю лопату. Угу. Держи. Вот так. Даже две лопаты, вдруг одна сломаться. Короче, мне надо, чтобы ты вот эту железную дорогу, вот это вот все расчистил. Ага. Убрал ее нафиг, она мне вообще не сдалась. Понял. Я по ней все равно не... Да куда ты поехал, я тебе говорю! А что делать-то? Дорогу железную, говорю, убери, все, пока. А, бабка, кирку туда. Закончишь, придешь. Так, баб, киркой же надо копать, баб. Ой, ну начинается, на тебе кирку, хорошо, держи ну все. Кирку. Подожди, все. Подожди, на всякий случай две, вдруг одна сломается. Хорошо, бабка, спасибо, пока. Все, жду тебя у чаю. Так, ладно, ребята, надо быстренько все это сделать. Что тут делов-то, ну, что-то 300 алмаза, по-моему, бабка здесь замышляет чего-то более... глобальная, она бы не стала столько много платить за какую-то ерунду. Поменьше разговоров, побольше делу. Ладно, бабка, я тут просто селфи делал. Кого? Да я потом тебе расскажу. О. Чё такое селфи? Ты что, опять пакостишь у меня там, что ли? Могила туалета Скибиди. Чего? Бабка там что, решила сделать кладбище монстров? Бабка! Чего? Ты что, правда решила это сделать? Ну, а подожди, я же тебе не сказала, что. Да я уже и сам понял. Как это ты понял, ты что, мои мозги залез? А как он помер, бабка? Кто? Ну, кто на заднем дворе у тебя помер? У меня? Да. Никто там не помер, ты что? А могила там чья? Подожди, ты что, с дуба рухнул? А могила там чья? Какая, блин, могила, что ты несешь ну, вообще? Ну, туалета Скибиди. Ты что, дурень? Нет. Ну смотри. Я тебя спрашиваю, ты дурень? В окне. В каком окне? Чё ты чешешь вообще? Вот, ты мне смотри. Тут зубы не загоба. Это чё? Могила, так, туалет. Я тебя Скибиди. Просила убрать железную дорогу, а ты чё мне тут выстроил? Я убрал железную дорогу, это было. Баб. Как было? Ну как так было, если здесь у меня не было ну, ничего? Ну я тебе говорю, это не я. Могила туалета Скибиди. Это кто? Ну туалет Скибиди, новый монстр. Это как? Это ну, зачем? По-моему, он а уже был в прошлом. Почему он это делает? Ты его зачем-то закопала. Короче, а ну-ка быстро раскапывай, пойдем посмотрим, что там есть. Хорошо, бабка, ты готова? А вдруг там клад кто-то спрятал? Бабка, я в этом не уверен, вот кстати. А ну-ка так, давай. О, вон там, давай, спуск, бабка, идем. Ёперный огурец, ты первый, мне страшно. Я с тобой. Погнали! О, здравствуйте! Здравствуй, мясо! Как у вас дела? Бабка, в общем, надо пропрыгнуть мясо. Вон туда. Куда? Повторяй за мной. Оп. Куда? Сюда. Ё-моё. Потом. Оп. Ну да. Вот так. Бабка, вот так. Оп. Ага.
Можно сюда и сразу туда. Оп! Вот это ты красавчик! По лестнице, бабка, давай, ребята, как вы думаете, бабка про обязательно? Если я сейчас прыгну вот на эту лестницу, мне кажется, у меня сердце так бабахнется. Давай, давай, ребята, обязательно поддержите меня, поставьте лайк, подпишитесь на канал, и таких роликов будет больше с бабкиным паркуром. А может быть, других монстров надо еще позвать. Давай, бабка. Ой-ой! Че? Теперь под шифтом прыгай. Куда? Ну, направо, на правую лестницу. Куда? Я тебя спрашиваю. На правую лестницу, бабка. Куда? Как попрыгать-то? Ну как? Ну просто берешь и прыгаешь. Как? Ну вот так. Оп! Ну. Что? Дальше так же, по кругу. А там есть лестница? Ну, она справа, да. Давай, бабка. Так, а дальше куда наверху? И еще она про. Нет, еще на правую лестницу. А, ну вот. И сюда теперь. Куда? Ну ко мне. Ну можешь вот на тот блок, потом на этот, а потом на этот, давай. Ты давай мне сейчас какой вот это вот не говори вообще. Ребята, смотрите, бабка научилась паркурить. Сглазил. Так, слышь ты, еще раз ты мне что-нибудь скажешь под руку. Ну поднимайся, давай. Я тебе под ногу скажу, ясно? Ну давай отсюда поднимайся, что? Всё, нет, я вот здесь буду, что, я по-честному, все. Ну давай, бабка, быстрее только, быстрее. Последний раз. Я тебе говорю, последний раз, если ты мне что-то скажешь, я тебе требую. Бабка, а мы где? Это я как это? Я не знаю, бабка. Ну ладно, давай иди уже. Бабка, что-то забаговалась, кажется. Ой! Так. Бабка, ты что творишь? А я-то что? Это ты бабка, творишь? Нас кто-то куда-то телепортирует, бабка, почему-то твои блоки. Эй, помоги! Бабка, ты сломалась. Ай! Ребят, а эта бабка своих монстров подогнала. Ой, как? Курицы, скажите ему, идите ему, заклюйте его жопу. Так, да. Оп, сюда. Ю-ху! Ой, бабка, давай, давай. Так, это что такое было? Бабка все видела. Я сейчас посмотрю. Так, ребята, стоп. Стоп, ребята. Вот сюда и туда сразу. Оп, ой. Бабка, ну-ка, погоди-ка. Ну-ка, брысь, я тебе сказал, ты мне всю картину ой закрыл. Ну, давай, посмотрим, ребята, я не прошел, смотрите-ка. Ой. Ну, понятно. Давай, я тебе так. Ой. Оп, пачки. Ну-ка, давай, бабка. Ну-ка, давай-ка, давай. Оп, нет. Нет, тар-тар-тар-тар. А я знаю, что сделаю, корова. Давай я на тебя, а потом... Так. Оп. Да что такое? А если так я отсюда прям прыгну? Вот отсюда. Ну-ка. Смотри, откуда я решила прыгнуть. Смотри. Ага. Я получится? Короче, бабка, пошли-ка на следующий уровень. Этот уровень не для... О, бабка, твой блок. Какой мой блок? Ну, жми там на рычаг. О, видишь, смотри, твой блок. Не надо туда ходить, нет. Все, пошли, вот сюда, бабка. Ой! Ой. Это снег. А что это? А тут... Слушай, хулиган. А. Хулиган, у тебя шуба есть? Не, без шубы, бабка, мы же прыгаем. Без шубы, пожалуйста, я замерзла, мы с вами да что такое? Замерзли. Подожди, а я могу отсюда разбежаться? Смотри. Ну, так. Наверное. Йо-ху! Ой. Так разбивается, что ли? Я не знала. Ну, ладно. А если я... Давай, бабка. Ну, нет, подожди, это не получается. Ну, это ты пролетела, да. Да я знаю, и поэтому она... Давай! Отвернулась так. Да что, куда ты встала, петь не то? Ну, оттуда нереально, мне кажется. Ладно. Все, давай, я дальше за тобой. О. Ага. Так. Сколько? Подожди, мне надо ботинки с шипами. Да не надо тебе шипов. Почему? Да что такое? А почему шип? Подожди, да я вот здесь вот свалилась. Подожди. Так, тихо, оп. Подожди. Подожди. Так. Ты. Ну-ка, давай-ка, бабка. Оп. Так она, мне кажется, ребята, с креативом. А даже... В смысле? Тихо. Мне кажется, она что-то... Что-то... А ребята, бабу, как вы думаете, бабка бухлюет или нет? Фу. Мне кажется... А мне надо блочек. Мне надо... Как было жарко! Как в бань попала! Так. Ты давай уже это, побрысь от седого! Да ты не сможешь! Да тихо, ты не ори! С первого раза никогда! Оп! Оп, шипы! Так! Опачки! Да ты опять с креативом! Нет, это... Ты что, да конечно, ребята, вы же видели, что там креатив был! Какой так креатив? Что такое креатив? Итак, четвертое! Я креатив на банке просто! Так... Туда, сюда. Туда, сюда. Опа. Ой. Оп. Ладно. Оп. Ну, заново начнем. Давайте, ребят, посмотрим, сколько это пройдет. Она же не пройдет. Смотрите, оп. А дальше. Ты мне опять булькать будешь?
Смотрите. Тихо. Сейчас. Ой. Ты сейчас покакаешь, сейчас ты меня допукаешь. А, ну вот тут сейчас все. Так, сейчас. Вот так вот. Разбежимся на шифте, он говорил. Так, дальше на шифте он говорил. Так, дальше он все на шифте говорил. Так, и ребят, а вот это самое сложное сейчас тут будет. Под шифтом он говорил. Вот так, 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 так. О, нифига себе, бабка скоростная. И так. Брысь отседова! Так. Бабка вниз. И на... Давай, давай. Оп. Ясно, бабка, все с тобой. Ну ладно, пошли дальше. Вроде как прошла, ладно. Все, капец, это уже... Блин, у меня уже, я устала уже, я хулиган. Да не чаю. Пятый уровень. Да какой пятый? Какой пятый, я тебе говорю? Оп. Оп. Я не хочу пятый, я хочу оп. Десятый. Рановато тебе пока десятый. Ой, лава. Ты горишь. Оп. Так, а мне как? А тебе как-то так, давай. Все, сгорело. Да ты сам уж 53 раза сгорел, и чё? Да я там секунду горел, а не ты, вечность. Да не ври, а уж. Ой, бабка этого не видела? О, ясно, буль-буль карасики. Я видела, да я вообще-то все видела, если чё. Так, дальше. Так. Подожди, а как ты прошел туда? А вот думай, бабка, думай. Да ладно, бабушка уже придумала. Пешком-ка, пешком-то да. Сейчас я тебе пешком дам. Я тебе сейчас такой пешком дам. Пешкодрапом пойдешь. Ой. Да что это такое? Тебе, это тебе наказали. Ребята, это бабкины... А, вот тут это вот ты не пройдешь. Бабкины. Оп. Не, бабка, тут начинай. Вон с того, откуда, да? Давай, вот с того. Сверху? Вот отсюда, вот тут. Да ё-моё, откуда оттуда-то? Отсюда? Да, вот с этого блока начинай. Давай, пройдешь это испытание, все, бабка. Ты молодец. Давай. Так уже не перепрыгнешь. Так, ребята, ну-ка. Ладно, подожди. Значит, с этого, да, говорим? Ага, давай. Ребята, бабка не сможет. У тебя еще есть две попытки. Знаешь что? Ты вот издеваешься над бабушкой, бабушка тебе в следующий раз, знаешь, что придумать? Такое придумаешь. О, слушай, а давай так, если на подролик наберется 1000 лайков, ты мне испытание придумаешь, нифига себе. Пошел дальше. А дальше, бабушка. Блин, ребята, короче, бабка смогла, по-моему. Ой, накаркал. В общем, ребята, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачки, всем пока-пока.